на канале ТВЦ состоится премьера четырехсерийного детективного сериала «Там, где не бывает снега», выход которого ожидается 16 октября. Фильм снят по мотивам одноименного романа Виктории Платовой. В центре сюжета сериала ведущая телепрограммы новостей Виктория Голубева. Ее жизнь, на первый взгляд, довольно безоблачна. Она – лицо канала, жена крупного телевизионного магната и мать взрослой дочери. За ее спиной поговаривают, что своей карьерой она обязана исключительно мужу, да и сама Виктория привыкла так думать. По стечению обстоятельств все рушится в одночасье. Дочь бросает учебу в Англии ради сомнительной репортерской работы на новостном интернет-канале, муж найден убитым вместе с другой женщиной, а в двойном убийстве подозревают именно Викторию. Да и к тому же отношения с дочерью осложняются тайной, которую Виктория хранит долгие годы. Главные роли в сериале исполнят Ольга Павловец, Юрий Батурин, Лолита Таборко, Марфа Реженкевич и другие. Премьера четырехсерийного детективного сериала «Там, где не бывает снега» состоится 16 октября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.